Создание высокотехнологичного агропромышленного комплекса, повышение конкурентоспособности нашей сельхозпродукции, устойчивое развитие сельских территорий – задачи Министерства сельского хозяйства Республики. Об итогах деятельности ведомства за 2018 год и перспективах говорили на заседании Кабинета министров Чувашии. За последние 5 лет индекс производства продукции сельского хозяйства вырос на 12%. На это повлияло внедрение современных технологий, увеличение доли элитных семян, соблюдение норм внесения удобрений. Что касается растениеводства, то в прошлом году площадь озимых зерновых культур увеличилась на 27,5%. Усилению позитивных тенденций способствует господдержка. На приобретение элитных семян выделено 126 миллионов рублей. Зерна в 2018 году по сравнению с предыдущим собрано в разы больше, что является одним из лучших показателей за последние 5 лет. Производство овощей в прошлом году сохранилось на уровне 2017 года. В животноводстве в 2018 году произведено 123 тысячи тонн мяса, 423 тысячи тонн молока, 274 миллиона штук яиц. Сегодня республика себя полностью обеспечивает мясом на 100%, молоком на 135%. Задача до 2024 года увеличить производство мяса на 9%, молока на 10%. Увеличение производства зерновых культур, картофеля, хмеля, овощей, защищенного грунта и мяса, прежде всего птицы. Так выглядят задачи агропромышленного комплекса на 2019-2024 годы. Также в планах увеличить экспорт продукции АПК почти в 2,5 раза. Юлия Важенина, Елизавета Зайцева, Борис Андреев, Республика.